Друзья, приветствую! Сегодня у нас на обзоре одна из моделей Reebok. Давайте с вами посмотрим точное название ее. Собственно говоря, называются они Reebok Royal Technic UT. Не знаю, правильно или неправильно произношу. Обзор у нас дилетантский, как всегда, поэтому не обессудьте. Значит, что, собственно говоря, хотел бы сказать. В первую очередь, вот из тех обозначений, которые мы имеем с вами на коробке, опять же, размер 11.5 US. На всех моделях, на всех парах обуви, которые я имею, этот размер совпадает. Могу вообще в целом отметить, что, наверное, большинство современных производителей, ну, как бы, колодки свои делают. Ну, наверное, вот за исключением, наверное, только Пумы, поскольку там, наверное, пару у меня было, которые не совпадали по размерам. Там идет на пол размера меньше, маломерит. А так в целом 11.5, 29,5 сантиметров. Ну, на всех известных мне моделях обуви они мне как бы подходили, и размер всегда совпадает. Здесь, соответственно, ситуация та же. То есть 11.5 мой родной размер. Будет, если заказывать через интернет. Опять же, можете на US размер ориентироваться. Он, в принципе, соответствует... ну и другим каким-то брендом обуви, там уже New Balance, там Nike, грубо говоря, каким-то еще парам. Ну, в целом, здесь все нормально в этом плане, нет ни маломерки, размер соответствует. Ну, собственно говоря, вот они, нескромные педали от Reebok. Ну, на мой взгляд, выглядят вообще бомбически. А если я вам сейчас скажу, что обошлись эти мне... ну, наверное, все-таки это не кроссовки, а кеды, в 2500 рублей, то, наверное, вопросов, в принципе, в этом обзоре к ним возникать никаких не должно. Это, ну, на мой взгляд, цена. За эти деньги, мне кажется, сейчас даже паль на рынке нельзя приобрести нормальную, не говоря уж о какой-то нормальной человеческой брендовой обуви. Но, в любом случае, давайте по порядку. Сейчас основным моментом касаемо данных пар пройдемся по их, собственно говоря, конфигурации и более детально рассмотрим их. Значит, ребят, что вот самое главное хочется отметить, поскольку вы уже знаете стоимость данной обуви. Конечно, в данный факт теперь поверить тяжело, но тем не менее, компания Reebok констатирует у себя на официальном сайте, что данная пара кроссовок, я бы назвал их, наверное, кеды, сделана из натурально выделенной кожи. Ну, не знаю. Вот как бы спилок очень качественный. Прям 5 баллов. Сделано все очень достойно. Прям такой материал. Волна остается. Прям, ну, вот за это 5 баллов. Что касается верхнего слоя, ну, не знаю, не уверен. Мне кажется, все-таки, что это очень качественная эко-кожа. Хотя я могу, опять же, здесь ошибаться. Ну, в целом, материал отвращения какого-то не вызывает. У меня вот есть пара классических рибоков Classic Leather, модель называется. Вот там беда полная. И там материал, конечно, вот от этого отличается. Поэтому будем, наверное, надеяться, что компания Reebok нас не дезинформирует. И здесь реально используются натуральные материалы. Вот посмотрите, здесь вот даже качество значка значительно, по-моему, отличается от материала, который здесь используется. Ну да бог с ним. Будем рассчитывать, что они походят долго, но за 2500 я вообще не представляю, как они умудрились вообще в целом их воспроизвести. Поэтому давайте продолжим дальше. Значит, на заднике также использован такой спилок. Тоже, на мой взгляд, очень качественный. Выглядит вообще все это в сочетании как бы вот кремовой кожи бомбически. Такая кремовая подошва у них шикарная. Вот это вообще, на мой взгляд, эксклюзив. Это, по сути, пробка. Вот по ощущениям, это натуральная пробка. И как бы, ну, выглядит она очень и очень стильно. В целом, вообще, кроссовки вызывают только положительные эмоции, на самом деле. Вот, обратите внимание... с этой стороны такая пористая, но это, наверное, все-таки не Эва, это какой-то другой материал. А технологий, собственно говоря, здесь вообще никаких нет, кроме, вот тут указано, что они, собственно говоря, не оставляют следов, там, если в зале там, или в помещении находитесь. А так это обычная такая
полиуретановая какая-то подошва. Вот. Что касается стельки, стелька здесь Ortholite используется. Мягкая, хорошая стелька, очень достойная. Здесь боковины тоже очень мягкие. Натирать 100% тут никому ничего не будет. В принципе, достаточно комфортная и удобная обувь. Язычок полностью сетчатый. Здесь, хотя есть какое-то подобие вентиляции, но внутри глухое все. Поэтому, конечно, летние вряд ли эту пару обуви можно назвать. Ну, такие весенние-осенние, наверное, на сухую погоду отлично подойдут. Вот что решительно не понравилось, конечно, это качество шнурков. Реально какая-то тряпка. Мне кажется, долго они не прослужат. Если их, наверное, даже пару раз постирать, то из строя они выйдут очень быстро. Но за эти деньги, да бог с ним. В целом, все очень и очень и очень достойно. Касаемо эксплуатационных характеристик, пару дней в них я уже проходил. Что могу сказать? Ну, конечно, это не кроссовки, наверное, в привычном понимании, в современном. Почему? Ну, потому что, собственно, никаких амортизирующих технологий здесь вообще, в принципе, нет. Это классическая модель. Технологии здесь на уровне, наверное, годов тут 70-х. Я уж не знаю, там, теннисная эта пара или просто для лайфстайла какая-то. Но кроссовками их язык не поворачивается назвать. Это кеды, добротные кеды, которые подойдут под огромное количество различных луков. Можно там и под джинсы, и под спортивные штаны, и с шортами, мне кажется, их можно носить. Очень качественно сделанные. Вообще, как бы, ну, официальная цена у них там порядка 5000 рублей. Вот со всеми скидками сейчас на том же Wildberries можно за 2500 купить. А там есть вообще просто кипельная белая вот такая же модель. Она сейчас вообще примерно 2000 рублей стоит. Ну, какой-то аттракцион невиданной щедрости. Не знаю, что они там так разошлись. Не покупают их, что ли. Ну, мне, честно говоря, объяснить сложно, потому что пара реально вот зачетная, сделана, вот, на мой взгляд, во всех традициях классической такой вот британской обуви. Все очень достойно, материалы очень качественные. Честно говоря, вот возникает желание купить еще какую-нибудь такую расцветку, там есть черные или белые. Но мне как-то захотелось вот такие кремовые, и никогда вообще такой расцветки у меня не было. И прям, честно говоря, не разочарован. Отлично выглядят под многие, как бы скажем так, под многие виды одежды они подойдут. Вот. То есть, в целом, сплошные положительные впечатления. Значит, что хочу сказать из минусов, вот, на мой взгляд, помимо шнурков. Вот то, наверное, от чего, собственно говоря, не уйдешь, это вот их как раз, скажем так, архаичность. Почему? Потому что, ну, понятно, от них не ждешь каких-то амортизирующих свойств. Нормальная, удобная колодка, комфортная. Не как там в какой-то классической обуви, все-таки это не туфли, будет ходить вам удобно. Спортом, понятное дело, что заниматься в них вообще не вариант. Есть масса другой, более технологичной обуви. Но вот мне, например, пришлось очень сильно затягивать в этой части шнурки, потому что сгиб здесь какой-то странный. То есть они не сгибаются напрямую где-то вот в этой части, а когда вы просто, ну, нога идет на сгиб, происходит вот такой вот как бы залом. Они ломают вот эту вот полностью часть. Ну, я затянул шнурки, как бы этот эффект прошел. Теперь они ломаются где-то примерно вот здесь. Не знаю, может, а нога у меня слишком узкая для этой пары. Но вот это единственный косяк. И то, там, спустя несколько часов носки, как бы, я, в принципе, привык, мне стало комфортно. А так, в целом, могу сказать, что, я думаю, очень многим они подойдут. Опять же, ну, повторюсь, что обувь нужно мерить всегда. Но за такие деньги вообще не сомневайтесь, заказывайте себе эту пару. Любой расцветки, я думаю, подойдет. Но особенно выигрышно, мне кажется, смотрятся варианты вот с замшевой вот этой части, потому что там много именно из кожи сделанной вот этой вставки. Они как-то не так эффектно смотрятся. Но если вот брать именно с замши, я думаю, вот это вот один из самых богатых вариантов. Вот. Пока, насколько я знаю, там на сайте размеры были, по крайней мере, вот несколько дней назад приобретал. Я думаю, что там сейчас все это должно еще быть в полном объеме. Хотя, не знаю, за эти цены, наверное, должны быстро разойтись. Одним словом, берите, не пожалеете. Будет достойным украшением вашей коллекции кроссовок. Да и вообще, в целом, удобной повседневной обувью, которую можно сочетать как со спортивной, так и с классической одеждой.
Вот, ну на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, был полезен. Опять же повторюсь, покупайте только качественную обувь. Самое главное, оригинальную. Вот это вот живой пример того, что, собственно говоря, за очень скромные деньги можно приобрести достойную пару настоящей классической британской обуви, хотя и принадлежащей Adidas. Вот, поэтому всех всяческих успехов, покупайте только оригинал. Да, кстати, такую тему хотел поднять. Очень часто вижу там в описаниях, комментариям, там, к отзывам, каким-то парам, вот на том же сайте Wildberries, многие пишут, что это подделки, там, типа, покупал оригиналы, там, сравнивал в магазине, вообще вариант не той, ну, бред сивой кобылы. Я не знаю, конечно, могут быть, наверное, прецеденты, когда додельные люди, там, курьерам всучивают, там, ну, то есть, приобретают какие-то кроссовки, вынимают их из коробки оригиналы и вставляют туда не оригинал. Но мне что-то кажется, что на потоке такая схема стоять не может. Может быть, там кому-то такое попадалось. Но в целом, я не первый раз в этом магазине что-то заказываю. И крайне редко я вообще сталкивался с каким-то браком там, или с какой-то некачественной обувью. Вот здесь могу сказать то же самое. То есть, это абсолютно 100% оригинал. Очень, скажем так, можно проверить. Вот, посмотрев на вот эту бирочку, можно штрих-код, соответственно, QR-код просканировать. Но самое главное, вот есть название, и вот под ним вы сверху видите серийные номера. Вот их нужно сверять на обоих парах. Сейчас посмотрим, возьмем вторую пару. Что здесь мы имеем? Ну вот, как бы коды здесь, видите, они не сходятся, то есть разные. Это говорит о том, что, собственно говоря, обувь оригинальная эта. Да, вот 0049. Здесь, собственно говоря, у нас 0140 идет. Ну, это один из вариантов вообще в целом проверки подлинности обуви. Так в целом могу вам сказать, что на самом деле способов проверки много. Но основной он как бы как был, так и есть, остается. Это ваше общее впечатление от самого изделия. Я понимаю, что многие неопытные люди, которые не часто с этим сталкиваются, вряд ли смогут с первого раза отличить. Но в целом, вот сколько у меня было, скажем так, вариантов ознакомиться с подделками, ну, они как-то сразу себе выдают. Я уж не знаю, как. Бывают, конечно, высококачественные подделки, но поверьте, за обувь за 2500 рублей заниматься этой херотней никто не будет. Поэтому, как бы, по поводу того, что на Wildberries продаются подделки, мне кажется, это, ну, какие-то единичные случаи, и это не специфика, это работа этого магазина, а какие-то просто, ну, мошеннические действия со стороны определенных там недобросовестных покупателей. Можете смело заказывать. Я вот могу отвечать, собственно говоря, за те покупки, которые я делал. Я не сталкивался ни разу с какими-то проблемами, подделками, браками там кем-то откровенными. Наоборот, могу сказать, что очень достойный магазин. Наверное, самый дешевый, если мы конкретно возьмем данную пару, дешевле вы, наверное, не найдете нигде ее, в принципе. А если у вас там какие-то скидки постоянные есть, то я думаю, что, скорее всего, вы приобретете их еще дешевле, чем я купил. Поэтому вот по этому вопросу не могу, конечно, ответить в целом за компанию. Но, по крайней мере, за свой опыт работы с данным магазином могу сказать, что только одни положительные эмоции.